Привет-привет, дорогая команда! Ну что, у нас вовсю стартует уже каталог 16, и мы, конечно, подводим итоги каталога 15. Как всегда, условия остаются те же уже на протяжении ни одного года. Оформляя и оплачивая заказы от 15 каталогов, баллов каждый каталог, акция, обращаю ваше внимание, суммарная и участвуй автоматически, можно сказать, в розыгрыше. На этот раз мы разыгрываем три упаковки гидрогелевых патчей вокруг глаз серии Океанум. Я сама ими пользуюсь, очень довольна и не могли мы не разыграть вот такой вот подарок. Ну что, всем желаю удачи и начинаем. Заходим в генератор случайных чисел. Так, Первый подарок. У нас идет так, так, так. Как видите, много участников. У нас 226 участников. Это 369 номерочков. 369. Проверяем. Да, все верно. И первым счастливчиком у нас становится номер 121. Что-то мне подсказывает, что это моя структура. Да, да, да. Итак, поздравляю пачка Галину. Или, извиняюсь, наверное, пачко Галину. Вы победили в этом розыгрыше. Я с вами свяжусь. И вы первый обладатель вот такой вот шикарного подарка. Второй обладатель. У нас участвует 97 участников, 160 номерочков. Итак, 160. 100. У кого же у нас лотерейный, можно сказать, билетик 100? Вот здесь некрасиво у нас написалось. Поставим точечку. Вот. Участник под номером 100 – Литвинка Анастасия. Анастасия, поздравляю вас, вы тоже стали обладателем вот такой вот упаковки патчей. И третий победитель – 65 участников, 111 номерочков. И 82. Кто же это? Кто же это? Это Иванова Елена. Елена, поздравляю вас. Вы стали третьим обладателем упаковки гидрогелевых патчей. Я думаю, вы все заметили, что в этом каталоге у нас огромное количество участников. И я сама от себя, можно сказать, решила провести вот такой вот мега крутой розыгрыш – и в этом розыгрыше будут участвовать, сразу скажу, не все. А те, кто очень много лет покупает фаберлик и перешел полностью на фаберлик. А именно те, кто сделал в каталоге 15, 50 и более баллов. Как вы видите, это у нас 22 участника. И что? мы разыграем. Мы разыграем две упаковки зимнего набора для рук. Итак, 23. Первый победитель это... Тадам! Номер 21. Будет под номерочком, где моя табличка. 21. Значит, вы видите, что у нас 23, но под первым номером у нас строчка фио значит 21 один вверх можно сказать и это у нас победителем абрамович ольга ольга поздравляю вас вы первый счастливчик набора для рук а второй счастливчик у нас 7 кто же это снова заходим в табличку значит могла победить видите, тоже пачко Галина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И это Шушкевич Ольга. Ольга, поздравляю вас, вы стали обладателем наборчика для рук. Так что-то мне подсказывает, что первый розыгрыш у нас немножко не такой. Смотрим: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот то, что я и говорила. Победитель у нас первый шкробот Мария. Ольга, вам могло посчастливиться, если бы я умела считать? Шутка. Еще раз повторюсь, акция, розыгрыш от меня, набор зимний для рук. Участвуют выборочно по отчету те, у кого 50 и более баллов. То есть участвуют все отфильтрованные, можно сказать, в отчетах. И победили Шкробот Мария и Шушкевич Ольга. Девчонки, я с вами свяжусь и расскажу, когда забрать подарочки. Ну а остальных победителей я поздравляю, кто у нас выиграл патчи Океану И, конечно, не могу не обратить внимание, что у нас уже каталог «Готовимся к Новому году». Каталог 16 у нас идет с 1 по 21 ноября. И, как всегда, будет новый розыгрыш. И открою, приоткрою завесу тайны что в этом каталоге мы будем разыгрывать три набора ухода за обувью. Я вижу, что многие не пробуют, а это мега крутые вещи за уходом за нашей обувью, чтобы она служила нам намного-намного больше. Поэтому будет разыгрываться три наборчика вот таких вот мега крутых. Условия те же купи на 15 и более баллов, акция кратная и 22 ноября жди своей фамилии. Всем до скорых встреч, с вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер.